Хорошо. Ну вот. Это Galaxy. Полежат, отдохнешь. Она газует, газует, газует. Видела, как? Доброе утро. Доброе утро. Не может она, не может. Ему же выходить. И она хочет подарки открыть сейчас. Опоздаете. Уже обуваться надо. Марго! Она сейчас 3 часа там будет зубы чистить. Всем привет! А какие сережки? Открывай. Гвоздики. Ага, шурупики. Открывай быстрее, у нас время. Смотри, быстрее, 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 это в школу опоздаешь. Что это? Смотри. Это на нос. От уха и до, нос, вот до носа. Вот, ты, у тебя вот а потом в нос. Нет, это в нос. Нет. Да. А вот это вот сюда и как раз цепочка идет до носа. Вот так. Нет. Да. Мама, я не дура. Я не говорю, что ты дура, я же шучу. Посмотри, она как раз очень длинная. Смотри, смотри, вот. А, да, точно. Да, ладно, я шучу. А это можно другое ухо? Это другое сюда. Ухо, ага, да. Ну да. Это сюда. Ну ладно, потом придешь, померяешь, хорошо? Теперь, конечно, блин, добавляю. Вот, видишь, показано как. Там за ушко, раз, цепляешь. А такие можно? Я уже открываю. Давай. Можно, конечно. Пакетик с сюрпризом. Не знаю, это сюрприз. Это Galaxy. Это Galaxy. Космик Бэй. Это что-то для ванной, наверное. Какие-то кругляшки. Не знаю. Ну давай открывай. А ты не бумажки для ванны? Не знаю. Вот как раз тут порви. Вот так вот. Кто это? Это соседи. Давай пойди после школы. Это бумажки для ванны. А, бумажки для ванны маленькие. Ой, какие милые. Дай. А, все звездочки. Вау, как пахнет. Не знаю. Школа, быстро, дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Молодец. Молодец, молодец. На тебе можно бумажечку. Бегом, 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 бегом. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Да хватит. Ей нужно выйти, у нее башмаки там. Обувь у нее за дверью. Не холодно в них? Нет. Почему к нам не приезжает коробка и вторая? Там теплые ботиночки. Должны быть. Упадай, кашляешь, упадай. Каролина. Каролина кашляет очень сильно. Я тоже. Папа тоже пойдет в школу. Застегивайся быстро. Я Не, Каролина, правда, у нее прям горло не разговаривает. Я куртку застегивай. Застегивай, говорю. Застряла? Но не твоя. Номер de mi chiquitita. Hay que darle el teléfono número de mi chiquitita al nostre italiano. Margarita también te va a dar a su... ¿A quién? A él. ¿A cuál? Все, пошла, пошла. Для тут я решил. Ладно, все, давайте. Чао. Курточку поправь, Маргарит, пониже. Дай, дай лапку. Молодец, моя хорошая, дай лапочку. Пойдем. Что ты Ваксу выбрала? Яйцо дракона. Это динозавр. Мы приехали Максу подарок выбирать. Макс выбирает себе подарочек. Вон робот есть, может робот? Дракон. Он робот. Вот смотри, робот. Хочешь робота? Я хочу вот этот. Ну что, тебе драконы нравятся, что ли? Да, Макси, робот имеет контроль ремонта, мира.
Камин. Выбрал. Я хочу вот это. Смотри, Макс. Вот это на вот. Макс. Сколько у тебя машинок уже на Макс, пультах управления? Макс, смотри. Нет, Макс. Это вот это. Макс не играет в эти игрушечки, Каролина. Не нравится, не нравится Бонни. Пошел, пошел, пошел. Угу. Она не сильно длинная. Она твое ушко. Она должно, это ушко так вот. Оно должно висеть. Да. Ну давай попробуем. Это не можно снять. Не можно, говорит, снять. Нет, не можно. Нет. Ну почему? Почему тебе не нравится, что ли? Да нравится, но я так в школу не пойду. Ну не обязательно в школу идти. Ага, хорошо. Ну вот. Окей. Хорошо. Ну вот. Так сильно. Перламутровая. Перламутровая? Водичка будет перламутровая? Я хочу вот цель. Точно. Только вот на такую ванну, знаешь, тут надо все, наверное, закидывать. На нашу. Нет, не знаю, почему. Но... Ой, они так вкусно пахнут. Нет. Да? Да, Бончик. Завтра мы переезжаем, Бончик. Приезжаем, дай пять. Дай пять. Дай лапу. Лапу дай. Лапу дай. Бонни, лапу дай. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Капюшон. Застревает. Дождь идет. О, боже мой. Зонтики есть? Нет. Значит, придется тебе один капюшон надеть, потом еще один капюшон надеть и идти. Ой, какой домик у тебя на голове. У тебя тестирование? Давай, тебе удачи. У тебя все получится, хорошо? Не переживай. Я буду за тебя держать кулачки. Мама, хочешь зонтик? Там есть два. Сиди спокойненько, читай и вспоминай, хорошо? Там тестирование будет. Мама, почему ты не послала мне в пакетик? Ну, давай в пакетик. Там дождик идет еще. Я не знаю, что с лайком. Ребят, у кого та же самая проблема или только у нас? Мы хотим записать видео. Смотрите, что у нас, в общем. Допустим, мы заходим вот сюда, и появляется... Кто из вас красивее? Кто из вас... Появляется белый экран. Ни одну песню записать не можем вообще. Вообще понять не могу, смотрите. Да, у меня батарейка садится. Сейчас появится штучка, вот. Не удалось подключить, повторите попытку. Я уже перезагрузила этот лайк. Я уже перезагрузила телефон. Может быть, что-то с лайки? Я не знаю, ребят, но у нас такой первый раз, честно. У кого-то ж такое было, интересно. Вот на любую песню, вот любую песню нажмем, если не захотим снять. Вот нажимаем на вот это вот колесико вот сюда. Ну, где диск? Даже не нажимается, что ли? Смотрите, даже не могу нажать. У меня... Все, белая ерунда. Потом опять белая. Заработала, заработала. Надежда, а где мой чехол? Дай мне чехол. Ксения заработала. Ксюнь. Ксюнчик. Заработала. Приятного аппетита. Приятного. Сейчас покушаем. И будем собирать дальше коробки. Пожалуйста, побыстрее уехать. Кашу, я тоже хочу кашу. Там есть несколько коробок на балконе. В комнате у вас что осталось? Снять со стен, снять вот эти все эти полки, картины, полочки снять. Угу. И все. И завтра с утра мы уже начнем. Я не знаю, кто с вами завтра останется утром, потому что мы в 9:30 мы уедем. Не знаю. Ага. Макс, Каролина. Так я не хочу с ними идти, потому что они
Икея же большая. Мы когда заходим в Икею, они потом начинают: а, я устала. Да. Я хочу понеси это, меня хочу на ручках, да. Потом начинается: мама, я хочу пить, мама, я хочу там в туалет, мама, я хочу кушать. Вот в прошлый раз, когда мы ездили, помнишь? Полпути прошли, и все. Макс начал: я хочу кушать. И ты начинаешь уже торопиться, и толком ничего не сделаешь. Да. Ну вот, мы теперь без дивана. Мы выносим диван, да, в час ночи. Сейчас час ночи мы выносим диван, чтобы это увести его завтра. Вот так вот потихонечку освобождаем. Спать идите. Что там? Не знаю. Давайте спать. А, это игрушка. Угу. А, наш прозрачный диван. Да, теперь где мы будем сидеть? Ой. Садись. Прозрачный диван. Да, да, да. Много места стало. Ага, сразу так просторненько. Можно полежать. Угу. Полежать, отдохнуть. Так, ладно. Завтра все остальное выносить. Папе почему-то захотелось сейчас в час ночи диван вынести. Ксюша. Собака с ума сходит. Это что такое вообще? Сумасшедшая, что ли? Бонни! Она газует, газует, газует. Видела, как? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, совсем уже. Остановка! Остановите кто-нибудь ее. Так, все, давайте спать. Уже пол второго, Маргарита. Марго, давай все спать. Слышь меня? Завтра рано вставать нам. Вы там можете спать, а нам рано вставать нужно. Я тоже хочу с вами пойти. Куда? Туда, перед ним. Ну да. Господи, боже мой. Иди давай в туалет зубы чисти. Она разыгралась что-то на ночь. Бонни. Все, я забираю у тебя игрушку. Что ты у меня там? Ай! Что-то с ней не то. Ай, какие зубы острые, Бонни! Это моя девочка, она уже повзрослела. Угу. Моя корова. Которого яйца. Ее зовут Бонни, а не Они. Они. Давайте, ребята, будем спать. Увидимся завтра.